Это Алексей, он скажет сам, кто он. Хозяин всей этой банды, Беложопой, являющийся питомником Спящий Саян, который был зарегистрирован, в принципе, в этом году, так получилось у нас, а подали заявку год назад уже. То есть идея питомника возникла почти год назад, когда первый раз вот на этом прекрасном месте, называемое поселок Еловое, мы поучаствовали в первом нашем, скажем так, негромком соревновании, где мой первый вот кобель, Май, который вот участвовал, показал, что он реально ездовой пес. Ну и после этого как бы идея ездовых самоедов. Надо что-то сделать, ты говоришь, зарегистрировал. Что значит зарегистрировал? Есть правила определенные. У нас, да, нет, у нас есть такая компания, как РКФ, которая киноэкологический клуб наш российский. А есть еще Всемирный киноэкологический клуб, так называемый FCI. Чтобы стать питомником, тебе надо иметь две детородные суки, которые могут чиниться, и несколько кобелей. То есть, по-моему, 3 собаки надо минимум. Давай. Что такое юрта, Алексей, для тебя? И для чего она нужна? Ну, юрта была задумка такая. Первый раз с юртой я познакомился у того Алексея. Он привез именно настоящую бурятскую юрту себе. Когда ее поставил, это больше года прошло того, как привез. Я побывал в ней, мне понравилось то, что в ней атмосфера другая. Это не дом. Да, это не 4 стены, это не дерево, это не дом. Это все-таки что-то такое ближе к такому, что живое, воздух движется там как-то по-своему. Вот именно вот эта пирамидная часть, круг, хоть и круглая, да, то есть, ну, то есть сфера вверху и по кругу. Вот. И удобство в расположении очень сильно удобно. То есть зашел, и у тебя круг. Нет углов. Да, нет углов. Можно поставить все, что угодно, куда угодно. И сесть как угодно также. То есть первый раз вообще с юртой я познакомился в Ергаках. Вот, большая там юрта, сколько там, метров? 12. Да, 12 метров у Игоря. Храм Дыма. Да, у Игоря, да, храм Дыма. Ну там как бы, да, там атмосфера так сделана, притушено все, так еще этнически сделано все так красиво. Здесь мы решили то, что если к нам будет приезжать кто-то в гости, также вот покататься, пообщаться с собаками, еще что такое. Хотелось бы создать атмосферу вот этого вот уюта, именно вот этого вот. Почувствовали, что это не дом, это не скажем, не кибитка такая какая-нибудь там не временка какая-то, да, вот, а что это именно вот полноценная такая штука. Ну и во-первых, когда видишь юрту, сразу падает внешний вид, так, о, круглое что-то юрта. Люди как-то очень сильно на это падают, обращают внимание, и создается впечатление, что что-то такое серьезное. Ну, Леш, вопрос. Вот получается, порода есть хаски и есть порода самоеды. Вот. Средняя стоимость собаки. Если брать щенка, брать Красноярск от 35-40 тысяч и ниже до 5. И чуть ли не подарок. А почему? Сейчас объясню ситуацию. У тебя щенок, то есть там регалии получается. У тебя есть кобель и сука, которые должны выйти в ринг, пройти выставки. Каждая выставка стоит денег в плане регистрации, участия, помыть собаку, все остальное. Это все накапливается в сумме. И чем больше ты регалий получаешь, закрываешь, допустим, юного чемпиона, чемпиона России, потом подтверждаешь чемпиона России 4-жды размен и все остальное, это получается сумма денег. Естественно, вязка с таким кобелем, она составляет большую сумму денег, потому что хозяин затратил на него кучу денег. Ну реально. Ну то есть за 5000 рублей это не плохая собака. Это не означает, что эта собака плохая. Да, это меньше амбиций, это, скажем так, собака прошла, ну скажем так, прошла она какую-то выставку какую-то и получила просто диплом разведения. То есть никаких там ЦАЦ, еще что такое. ЦАЦ это, скажем, класс о том, что она лучшая в породе, например, или там лучшие представители породы, лучшие там в классе, в группе там и так далее, и так далее. Вот этого не получила, она просто получила разумной диплом, отлично, все. Собака может производить вязку, то есть либо вязать кого-то, то есть, но при этом как бы цена вопроса щенка падает сразу, потому что нету класса. Расскажи нам, это все-таки бизнес какой-то для тебя или это просто хобби? Тяжело назвать это бизнесом. Бизнес — это тогда, когда ты, вложив деньги, на этих деньгах зарабатываешь. Я считаю это так. Никакого бизнеса не может быть, если ты вложишь деньги, они себя не отрабатывают. Больше это хобби. Затраты на собак очень дикие. То есть мой питомник вот в среднем обходится в месяц порядка около 50 тысяч. Это на то, чтобы покормить, поухаживать за собак. Это минимум, который у меня выходит. Это реально минимум. То есть, ну, я беру кинолог. Нет, это без кинолога. Кинолог еще добавляем, да. Кинолог, то есть, если нормально, да, если нормально заниматься питомником, например, 15-20 собаками, в среднем у вас будет уходить где-то 80 тысяч. Но опять же, это выставки те же самые. Если ты вдруг хочешь вязать, ты никуда не денешься, тебе нужно обязательно выставки проходить. Опять же, это тренировки собак. Те же нарты, упряжка, упряжь, шлейки на них, ошейники, еда, витамины, воспитание. Вот. Все это уходит, вот, большие деньги. Плюс ухаживать за собакой. То есть вот, я физически не успеваю, вот, реально. Я привлек своего сына. Я ему сыну сказал: сын, давай так, ты не будешь работать там на дядю куда-нибудь, да, не пойдешь. Приходи ко мне, я тебе буду лучше деньги платить, ты будешь со своими собственными собаками здесь заниматься. Все, он выбрал это, он занимается, приезжает каждый день ко мне сюда. То есть 35 километров от города, приезжает на автобусе и уезжает на автобусе, когда хочет. То есть занимается своими делами по жизни. Вот, а сын вырос. В города. На упряжке поехал 35 километров. Ну, 35 километров. Ну, если была бы трасса, какие проблемы? Вопросов нет. В принципе, мои сейчас собаки, ну, 35 пройдут. Вот в шестерке они реально пройдут. Ну, тяжело, конечно, пройдут. Да? Я думаю, нет, уже нет. То есть у нас сейчас реально вот трасса, которую мы сейчас откатали и обкатали, это 24-25 километров, в которые мы реально ходим. С учетом нынешнего последних вот снегов и ветров, трасса задувается, трасса тяжелая, в лапы проваливаются, у собак им тяжело идти становится. Все-таки по утоптанному снегу, вот такому, идти собаке легче, чем, скажем, да, чем, скажем, даже если будет 5-10 сантиметров провала собаки, это уже собака работает, лапу бьет. Это тяжелее, плюс сани тащить тяжелее. Вот. Ну и температурный режим. То есть мы ходили в 15-20 км в час. Ой, 15-20 градусов мороза. Они идут 2 с копейками часов. Ну почти 3 часа, 24 километра этих мы прошли. С отдыханием совсем соседи. Последний раз ходили, было 5-6 градусов мороза. Была жара, снег шел перед этим, снег липкий, мягкий, то есть лапы тоже, хоть и в тапочках были, сосульки налипают на шерсть, у них шерсть большая, вот, и получается так, что тяжело идти, да, да, тяжелее, двигать лапы тяжелее, мы прошли за 3:30. Вот вроде кажется, какие-то там маленькие там такие вещи, а все влияет, да. Мы в прошлом году занимались здесь, мы приезжали, было в Новый год, вот после Нового года в январе было 37 градусов, помню, было. Мы выехали из Красноярска, мы офигели, что мы ехали по Емельяново, смотрим 37, да ну нафиг, приезжаем, у меня машина еле живая, доехали, встали, пошли в четверке. Мы пятак прошли как на ура. Я думаю, да ладно, блин, 5 километров мы пролетели, прям вообще, собаки пришли все в ине, я тоже весь замерзший. На следующий раз приезжаем, где-то 28-30 градусов было. Проехались и десятку, тоже на ура прошли. Потом мы вышли, блин, 20 градусов стало. Просто минус 20. Все, мы десятку еле-еле пошли. Собака бывает кусачей, только от жизни собачей. Только от жизни собачей собака бывает кусачей. Собака хватает зубами за пятку, собака съедает гражданку, лошадку, и с ней гражданина кота, когда проживает собака не в будке, когда у нее завывает в желудке. И каждому ясно, что эта собака круглая сирота, никто не хватает зубами за пятку. Никто не делает. Когда дом построили, все делают? Ленточку режут. А когда построили юрту, надо затопить печку. И тогда наверняка. Что наверняка-то? Тихо. Шумно пляшет облака. Наверняка. Так, ну все, в юрте Дым пошел? Дым пошел. Огонь горит, значит, будет здесь уютно и атмосферно. Ну и собачкам все понравилось, смотрите. Лежат собачки. Лежат, все, и тепло здесь, хорошо.